Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Французский художник, известный своими неоклассическими религиозными композициями и картинами на ориенталистские сюжеты, Леон Бенувиль, родился в Париже 30 марта 1821 года. Леон Бенувиль сначала учил своего старшего брата Жана Ахилла Бенувиля в мастерской Франсуа Эдуарда Пико, прежде чем в 1837 году перевелся в школу изящных искусств. Как и его брат, он получил римскую премию в 1845 году, и он и его брат побывали в Риме. В Риме в качестве римского пенсионера на вилле Медичи, я цитирую Википедию. Он оставался на этой вилле в течение года, но его брат остался еще на 2 года. Его работы, созданные в Риме, находятся под влиянием раннего христианства и часто содержат изображения античности. Бенувиль был наиболее известен своими портретами, мифологическими и религиозными композициями в неоклассическом и ориенталистском стиле. Он работал маслом, тушью и мелом. В 1845 году вместе с его современником Александром Кабанелем был удостоен приза изящных искусств за свою картину «Иисус в притории». Умер в Париже 16 февраля 1859 года. Вот так немного из переводной Википедии о французском художнике, который был известен своими неоклассическими религиозными композициями и картинами на ориенталистские сюжеты, Леон Бенувиль. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.